полчища комаров атаковали несколько регионов юга России. Насекомые однодневки не кусают, они только неприятно жужжат, жители не могут уйти из дома. Погибшие комары укрыли дороги и тротуары, а на улице нечем дышать. В причинах природной аномалии разбирался Артем Кол. Это комары! Это комары! Это слой! 2 сантиметра комаров! Давай! Машины с места буксуют. Слой комаров на земле оказывается идеальная подушка для дрифта на внедорожнике. Ну и очень опасная. Тихо! Ролики из Ростовской области становятся сейчас настоящим хитом в интернете. Жители снимают полчища комаров, которые появились в конце лета.